Так, еще я Raven Cup-то закрыл. А, у них, кстати, на Raven Cup'е там вообще все подряд там будет. Дальше идти. У Ревчика пока оппонента нет, но я сказал, что если что, мне отписал бы. Оп. Сейчас сетку Raven Cup'а открою. Блин, ну у Каса какой-то этот баркод слишком жесткий, короче. А, здесь у нас еще и с лузерами, оказывается, все происходит. Ну, прикольно, прикольно. Hellraiser Аверс, кстати, у нас играют. Интересно, как Аверс с процами против Hellraiser Тирана будет играть, но я не знаю, где они там. Улучшение командного центра завершено. Кира Марина унижал на стриме. Ну не знаю я, Hellraiser как бы неплохо играет в последнее время. Надеюсь, что будет прогрессировать на самом деле он. Вот, но я не видел, кого там он вчера как играл. Так, Минато против Каса, Минато в био играет, Газбара, Крипер, ЦЦ, Факторка. Напомню, что, ребятки, Минато, Тиран, Аказерк, то есть здесь меняются своими расами, противоположными играют игроки. Вот. Не, ну то, что в топовой форме, хорошо. Че, он прям Блайва бьет, интересно. Там организаторы оставляют право расу выбрать за собой, я видел в правилах, но тут рандомов-то я что-то не наблюдаю никаких. Кас Минато, Скиллос Револьверчик, Hellraiser Аверс, Неразим 3D B, вот такие вот пары. Так, а чё, Аверс, вы с Hellraiser не играете там или чё там за прикол-то вообще? Просто если будете, может я вас постримлю, а то чё все одну пару стримят, я не понимаю. Ну что, Минато там стенки сверху закрывает, нафига депуха здесь нужна, я вообще не знаю. Син-син ливает. Так, а кто остался-то вообще тогда? На, браток здесь остался. Кстати, можете поддерживать данный турик, ребят. У меня стримы там добавлены. Если будет призовой поступать, как бы мне будет информация эта высвечиваться, напомню я вам.
Так. Сегодня еще в 7 должен быть еще это, другой турнир там интересный. От рек команды Турик еженедельник, там 3000 призовой тоже ректись, он где-то там на главный есть, можете ссылку скинуть. Вообще, Hellraiser и 3D Binet, понял, тебя не разим, печально, что тут говорить. Это значит, большая часть сетки просто будет отсутствовать. Ну, кому поиграть есть, как бы. То есть, это часть лузеров вообще будет, как бы, и венеров просто, ну, то есть, не будет, да? Значит, ты с 3D... Значит, ты с Аверсом уже сейчас будешь в полуфинале играть, получается. Так еще и скиллса, я так понял, нет, против Ревы. Так, 1-1 у Касса, Гидроден, третий. Хат, слушайте, 52 дрона, здесь 30 рабочих у Минатыча. Не понимаю, что он делает, ему просто выход сделать здесь. Вот здесь два медивака и здесь, то есть... Заказать щиты сейчас и идти убивать Брестера Парес. Привет всем, ребятки. Задержки нет, напомню, что-то тут... Сразу видно Минато Тиран, бараков сразу по 4 добавляет. Так, гелики приехали. Есть армори, кстати. Да, есть армори. Собаки кассу набежали. Куда бежит касс, я чуть не понял. Кстати, еще и спас Хелбатов здесь у нас оказывается. Минатыч, слушайте, а касса-то зашатал, это 1-0 по ходу, кстати говоря. Нету беллингов-то. Минато с двух сторон касса просто разносит сейчас. Хелбатами плюс мариками. Хелбаты живут, марики живут. Собаки просто вообще. Смотрите, на потере 5 юнитов только потерял пока что у нас Минатыч. Жесть, и больше не теряет, просто... 350 на 3700. Смотрите, как вообще. 103 юнита убил, 5 потерял. Что-то касс как-то так себе подслился здесь вообще. На чем я как-то криво переименовалась, ты чуть не понял. Прыгаю в игру. Так, в скобочках поставлю. Good game на эти кавычки, блин. Плохо реагирует. Какие-то говносимволы пишут. Ну, типа, это как ссылка получается. Вот. Ну что, вторая карта, ребят. Минато повел 1-0. Он тиран Казерк у нас.
Так, Реву продвинули, Аверса продвинули. Вот ссылка на турик, ребят. Здесь можно призовой пополнить, кому интересно. Вот, кидаю на все сайты сразу же. Каналы Good Game, Twitch, YouTube. Ну и помните, что я пилю рекламу, отключайте отлоки и поддерживайте меня и мой канал, естественно, по возможности. Вот. Постримил этот турик. Я не знаю, во сколько он закончится, но больше-то сегодня ничего не будет точно, как бы. От меня. А я думаю, здесь будет весело достаточно по фану. Это турнир. Пацаны не своими расами играют. Это особую изюминку такую придает, я бы сказал. Ну а учитывая, что трех игроков нет, то я думаю, что слишком долго все и не будет здесь проходить. Хак. 17 хата газ пул у касса. И третья до готовности пула у касса. А у Минача мастрипер из мейна. Опа! Спасибо неизвестному за рубль. Просто залетел рубль. Я не знаю, кто бы ты ни был. Ты крутой пацан. Хиповый просто пацан. Супергерой. Дашь любому. Так. Так-так. С этой жвачкой. Короче. Ну, а не факт, что с моего канала, кстати. Вот. Ну, не знаю. Не суть. Вопрос какого. Все равно молодец, чел. От игры к игре. Ты играешь расой оппонента. Еще раз повторю. Правило здесь элементарно. Играется расой оппонента, как бы. То есть, если оппонент зерг, ты тиран, то ты играешь зергом оппоненту тираном вообще. Тяжелее в плане, вот если были бы у нас какие-то рейспикеры, как в первом старике, там, рандомы какие-нибудь. Было бы тяжелее, Минаты, что ты делаешь? Рипера-то уведи. О, уводит рипера. Королеву пытается, не пытается, что-то королеву, на королев дамажить просто, пока энергию не накопили. Так, риперов уже 5 здесь, каст 8 собак, строит, кстати, в тылу-то третья хата есть, между прочим, здесь. 6, 5 риперов здесь, так, а переход-то будет с риперов во что-нибудь другое, интересно, у меня надо. Это поздний муф у касса, видите, это из-за такой хаты ранее, что поздний муф-то такой, еще не понимаю. Минато тупит, что он быстрее королев не подрезает. Вот, наконец, первая королева упала. Два рипера под собак расконтролил, раскайтил собак. Ну, два рипера потерял, с другой стороны, Минач. А у касса аж 20 собак заказано сейчас. Трансьюзы на королеву идут. Но тут что-то выносит просто Минато пока все. Собаки с третьей подходят тоже вперед. Гранатки-то где? Будут гранатки кидаться? Гранатки кидает Минач. Взрывает собачек. Хорошо взрывает, кстати. Раскатил еще раз. Так. Неплохо. Неплохо. 36-40. Боевой уже почти одинаковый. Блин. Одна облезлая тут королева у касса ходит. В смысле, облезлая в том плане, что у него хп как-то маловато. Собаки по отдельности отдаются, прирост здесь. Выходит, и чуть меня-то тупит. Хорошие гранатчики, слушайте, ребят. Похоже на 2-0, Минатыч, не? Просто масс-риперами прилетел, убил. Минато объясняет кассу, какая раса имба, понимаете, сегодня. Опять по потерям у касса все как-то печально, мягко говоря. Самого себя бомбить только гранатами Минат ни в коем случае не надо. Риперы все новые и новые долетают, гранатками взрывают все вообще.
Домофон звонит, Чалик очень любит гостей, и он ждет, короче. ГГ, ребятки, Минато 2-0. Неплохо это было. Ну, дальше-то Минато придется играть против... Так, погодите, Минато револьвер. А интересно, как они тогда будут играть-то сейчас, мне вот интересно. ЗВЗ ведь они... Наверное, другую зеркалку, вот. Так. Неразим Аверс у нас здесь будет. Так, ну там ТВТ будет сейчас, ребят. На секунду отойду я, погодите. Так, ну все, я здесь, ребят. Третья у нас получается, или какая там, да? Первая карта, точнее, Неразим Аверс, Неразим Тиран, Аверс Протос. Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим, как отыграю здесь. Сверху Минато и Рева. А снизу из нижней части сетки только Кас получается у нас. Ну, то есть, есть. Либо, может, 3DB перешел. Ну что, пилон, гейгас, некус, кибернетчика вижу у Аверса. А у Неразима что? Неразим, походу, барак газ в риперов ЦЦФу. Не газ, барак. Так, сейчас пойти ФП пока посмотрите. Мне надо найти телефон кое-какой. СМС-ку надо написать, человеку будет.
попытаться. Так, здесь неразиму запилил. Аверс угас на мэне, я смотрю. Ну, Аверс газ на второй поставит, конечно. Здесь после барака факта пошла, соответственно. По стилю игры больше проц, не знаю. Димага... Димаге надо было идти на предыдущем турике, он отказался как бы от дальнейшего участия просто. Вот, и... В итоге и давай, что туда все-таки поставили вместо Димаги. Поэтому из того турика я ливнул. Смотрим наших пацанов из игры. Прикольный турнир, браток, грешники его сделали. Вот, где каждый играет расы оппонента на самом деле. Интересно в этом плане. Тема получается. Так, Аверс бустит пробок, при этом их не строит ни хрена. Сейчас только заказал. Иммортал заказан. А чё газ-то на мэйне не выбьет, не пойму. Плюс 2 гейта и робо-б, я смотрю. А здесь у нас вообще что? Здесь как будто мех какой-то вообще идет. Мне кажется, Неразим как-то мертвовато играет за тирана, пока вот я смотрю. Треть ЦЦФ пошла. Хотя, может, я не прав, посмотрим. Ну, на самом деле, как Аверс за проц играет, тоже совсем непонятно. Так, плюс бараки еще. Потому что нет, все-таки Steam будет био. Арва респарю. А е, факторка, вру. Вру, факторка дальше. А баракам перелетать лабы-то под факту, наверное, заказаны. Или под что вообще здесь лаб заказаны, я не знаю. Еще одна лаба здесь на рампе, короче. Так, две уже лавы. Третья факторка пошла. А где барак-то летает? Вот он. Надо реактор под эту факторку в конце концов делать, а то что-то не то получается. Решил не ради Аверса мехом убить, то есть тем, чем Аверс любит играть вообще. Плюс еще два гейта странной позиции какой-то от Аверса. Так, суварда 7 гейтов, а жуть. Аверс, что ли, с двух бас решил убить неразимым? Аверс не понимает, что там мех, ну, то есть здесь не надо двухбазовая агрессия вообще ему нафиг. Кстати, пробустил Роба Б, а рейндж колоссом так и не заказан. Посмотрите, Аверс вообще выдает. Очень большой косяк это. Может, уже пора все-таки это. Рейндж-то колоссом заказать, раз построил два. Так, здесь на третью выход, который вообще идет. И танки разложены вот таким образом, что вообще ничего не прикрывает. Но Аверс зашел с того направления, где танки прикрывают как раз.
Сейчас станет понятно, что это мех. Так, здесь третья цеха унеразим, ё-моё. Унеразима рабочих больше, все больше. Ща колоссу прилетит, вообще больно. Нормально колоссу прилетело. Заказывал раньше? Может и заказывал, да. Ну, блинжа нет в итоге. Ток плюс 2, по 2 эбортлайверс тут строят, кстати. Вот. По 2 Immortal строит Аверс. И вторая форжа, пожалуй, не, ну все правильно делает. Если неразим про выход сейчас делает, мне кажется, может убить вообще Аверса. Неразим у танки со скинами откуда-то вообще. Не знаю, даже не тирана, а скины есть. А в сервер можно в раскладочку поставить. Факторок уже 5 работ, саплай блоки у неразимы неприятные какие-то. Грейда не делает, тоже очень плохо, конечно, ну, туретками зато мейн обнес немножечко так, но это хорошо. Четвертое, что у неразимы, раньше неразимы вообще как бы что-то лучше все делает прям. Два роба, но что-то они у Аверса не особо работают. Неразима уже 78 КСМ, а дичь какая-то вообще. Так, второй атаки броня. Вот, пошли грейды. Третья атака заказана. Аверс сам четвертый нексу ставит. Что-то стоит, копится. Что он стоит, копится? Юнит вон где. Неразим, интересно, будет выходы какие-нибудь делать вообще? О-о-о-о. Печальная призма залетела, короче, Зелков сдрогнул трех, а Аверс к неразиму сюда. Ну и что они его убивали? Ну, кстати, 8 рабочих убили. Призма погибла, ну, так себе, 8 рабочих расклад. Здесь сталкеры разводят в это время. Возвращается неразим назад, танки плюс циклоны. С двух сторон Аверса поджал, кстати. Кривой, блин, можно было вот сюда уйти, отсюда, блин, кнуться вниз и спокойно убежать. Но Аверс не смог этого сделать, к сожалению. Здесь у ТМО все больше, и больше, сколько их уже? 8 штук, это серьезная заявка. Ну здесь очень тяжело будет просто удраться против вот этого микса. Надо на две группы делить армию, стараться. Тогда имморталы могут зарешать. То есть вот эту группу здесь оставлять, а вот эту с этими архонами туда заводить бок, как бы, и пытаться напасть. Походу здесь какие-то медленные доварку у Аверса идут. Пора драться, ребята, пора драться. Иначе сейчас просто, блин, смотрите. Имморталы улетают, пока Аверс позицию занимал, неразим уже на ХГ зашел, тут чуть ли все не убил. Но 4 имморталы живых, пробки Зилот сзади Архона, наламывается Аверс, сминает, короче, неразима он здесь. 3 КСМ-ки это у неразима где-то там погибло. Не, ну так тут Аверс победил, надо вперед идти, получается, атаковать. Неразим пришел. Знаете, неразим грейды вообще не делает. Одна атака, во-первых. Во-вторых, он очень странно действует в... В плане того, что камни здесь не пробил. То есть,
Надо было прирост весь сюда вести и полностью его лимит копить здесь. Привет, новому SPJ. А этого не произошло просто в итоге. Слушайте, Аверс пришел и убил неразима, это 1-0 Аверс. Ну, все, что нужно было неразиму делать, это апгрейды делать и, ну, нормально все армии драться. Он не смог этого сделать, к сожалению. Ну что, вторая карта нам нужна. Так, пилеорекламу, да, с Димагой отказался, там все понятно с ним, ребят. Продолжаем смотреть данный турнир, соответственно. Вторая карта, ребят, опять же Аверс Проц, оппонент его неразим Тиран.
не своими расами играют, я уже говорил, особенность этого турика, то что здесь все не своими именно расами играют. Улучшение командного центра завершено. Хиро там тем временем креатора выносит медленно, но верно, в другом туре, который я рестримил сначала. Я отвлекся, глянул туда на секундочку. Так, Аверс, погодите. Да, Аверс 1-0 ведет. Он выиграл Неразима в предыдущей игре. Я счет забыл простой. Здесь Рипер у нас пробку убил. Неразим прилетел. Есть Адепт. С Адептом уже попроще будет теперь, конечно. Отбиваться. Ну, посмотрим, отобьется тут вообще или нет. Так, ну тут через батарейку Аверс в Оракула уходит, через один гейт, Старгейт, Пилун, Гигас, Никс, Кибернетик, стандартная схема. Адепт, Сталкер здесь есть. И Оракул строится, а здесь делаются гелики, делаются Старфорс, это как будто бы дроп геликов будет или что-то подобное. Стенки, кстати, нету у Аверса, это значит, что можно нажечь на халяву просто. Будет сейчас. Это Адепт тут мимо идет, кстати. Рипер Адептом забрал Аверс. Надо срочно закрывать стенку. Что он делает так медленно все, я не понимаю. Закрывает ли здесь сталкер? Да, закрывает, все нормально. Оракул нажигает минки. Ну, проблемы здесь определенные у Неразима. Выспался, ну как сказать, вроде выспался, но так себе все равно. Так, 6-6 про этих убил рабочих. Так, будет ли передроп? Не знаю вообще. Есть какие-то странные стазисные ловушки, нахрена они здесь нужны. Так, Либератор Оракулов начинает гонять. Нужен Феникс, да, чтобы сбить. И уже треть Никс погнал. Здесь надо камни убивать, чтобы здания свои не убивать, на самом деле. Аверсу. Так, интересный тут Fusion Core. Раньше Либератором, кстати, будет похоже. Аверса третий карман и Никс начал кайрера. Опа, второй Старгейт, Флит Бикон, кайрера что ли? Ё-моё, тут уже... Тут какие-то батлкрузер нелепый с одного старт-порта. По кто отменил танк закал. Здесь плюс один делается и третий уже Старгейт пшу. То есть это может кайрера, может мастемписта. Я не знаю, что именно это будет со стороны Аверса. Надо пробивать камни и надо вот на этот Никсус об этом думать. Не знаю, зачем Аверс варп и сталкеров, зачем он пилон здесь убивать, если можно камни было бы убить. И пилон не трогать просто тупо.
Саплай блока в любом случае нет, поэтому нормально все. Кайлеры пошли. Так, один заказан, второй будет заказан вообще. Да, заказан второй, все бустится, короче. Можно было бы нету закатить, но пока не заказано вообще. Что с варпом? Да хз, что там с варпом? Вроде сделал варп, как бы, но... Опа! Ну, кстати, можно убивать рабочих спокойно. Чего вот улетел лавер? Смотрите, минка-то заблокировалась. Оборонительная минка получается. И все, и она не может атаковать сейчас. Лавер улетел зачем-то. Зачем он улетел? Хрен его знает. Вообще не понимает, что делает. Так, ну по три карера зато строят, а там батл-крузеры. Тут армия. Один танк, один либератор, один батлкрузер. Все в штучном количестве у Неразима. Да, в серийное производство ничего не запускает. Опять стазис, кстати, подлетел. Опять минка в стазис попал. Здоровый X-фокус. Не получилось ловушку поставить. Вместо того, что, знаете, у Неразима вообще никакой обороны в рабочих нет. Вместо того, чтобы просто убивать ему рабочих дэмэджем, оракулами прилетать после стазиса, наверс нахренам-то вообще какие-то там эти ловушки ставят бесполезные. Не пойму, зачем он это делает, конечно, но... Так, на мэйне что-то все заблочилось. Сколько там у Аверса карреров? После карьера зачем-то темписты делать? Нахрена ему темписты, блин? Ну, карьеры так себе батлов разбирают. Ну, здесь с двух кибернетчик грейда зато пошли. Так, пятый Никс уже у Аверса попёр. 2-1 делают, темпсты вроде грейдятся, как бы газ не добывает он на четвертый, правда. Астрахань брал, Казань брал. Смоленск брал там. Шпака не брал. 6600 ММР не брал. Короче, ребята. Темписты летят и летят. Уже их много реально становится. Не знаю, будет вообще Аверс нападать или нет. Без понятия. Здесь что-то у Неразима мулов накидано. КСМ-ки тупо стоят за мулами. На муви гоняют вообще. Это ошибка, конечно, контроля. Так, пролетели батлы, что-то там минуснул. Темпс-то минуснул. Неразим Аверсу. Где они, батлы? Ну, получали дамага нормально, кстати, они. И сейчас Аверс даст масс батлов настроит, то ничего хорошего не ждет. Ему надо вперед атаковать эти. Гиты добавляются, здесь бустится еще один. Стар гиты, но только один темпс пишут заказу, не знаю почему. Полетели. Два карьера или три карьера и темп ставер. Мазершип не делает, хз вообще.
Ну, Defense дроны, да, раньше против темпестов решали. Но на самом деле, батлы с Defense дронами против темпестов это имба, вообще против воздуха батлы они. Фидбэк на них не проходит, энергии нет, получается, как бы. И заематил, ТП-шнулся назад, все, короче. И штурмовички где-то сзади там Уэверс остались, почему, не понимаю. Ревелейшн будет, да, кинут Ревелейшн. Тайверс летает и боится. Чего он летает, боится-то, не пойму. Он, 5 карреров дома делаются. Ну, 5 карреров это мощно. 3-2 грейды, поля вторые уже сейчас. 3-2-2 скоро будут грейды у Аверса, кстати. Так, ну сейчас 5 кайров вылетит, уже можно будет бой давать. То есть никакого хараса, агрессии вообще нет. Просто копят армию реально и сейчас будут биться, короче. Так, батл на сталкеров попал. На ТП-шце мне. Ёпрасто. Тут батлы разнесли в хлам все. Все, последние карреры выходят, сейчас их станет сколько? Где-то 8 карреров, 7 темпистов, еще 2 темписта, да, там будет, да. Так, идет замес штормы, а Тайверса проходит. Темписты прям в батлах, неразим внутрь, что ли, телепортнуться? Да, неразим прям внутрь, ТП-шится сейчас. Слушайте, и огребает здесь жестко. У карреров, посмотрите, у карреров 3 атаки, у брони 0, у батлов 0 брони, я извиняюсь. Знаете, это какой вообще провал для тирана не иметь брони? Это значит, что каррер максимальный урон наносит просто своими интерсепторами. То есть плюс 3 атаки это по 8, 16 дэмэджа с каждого интерсептора, у батла только 3 родных брони, все как бы, а другой нет. Так, еще тут Архона фаверслил. Пора идти убивать, не знаю, что он ждет. Во, полетел вперед. Ревеленчик на туретке. Да, не на туретке, а на батлов было кидать, походу, дело. Штормы по батлам, по рабочим, по зданиям не действуют. Лаверс рабочих таким образом проштормил, я так понимаю. Планетарыч падает на 4-й, на 5-й байс, точнее. Неразимовский, похоже, на 2-0 Аверса, ребятки. По арконам Яматка влетает, но тут как-то все равно печаль. Штормы будут. Да, будут новые штормы. Кайры спереди. Сзади темписты, пишет ГГ. Неразим, Аверс побеждает. Аверс Мината, верхней части сетки или как там вообще? Доиграли, не? Мината, да, Реву убил. 2-0. В нижней сетке Рева уже получается... Так, неразим вниз падает к Касу в лузера. Кас неразим будет. Кас просто неразим тиран получается. Не сладко неразимо будет. И Рева там будет биться. Ну а в верхней части сетки, соответственно, Минат Аверс будет сейчас ТВЗ. Спасибо, Тимон, за 30-ку тебе. Спасибо всем за поддержку, ребят. Настроение-то норма, но что-то как-то это, самочувствие не норм пока.
Так, ну короче, неразим каст в лузерах. Здесь Минотаверс у нас будет сверху. Давайте посмотрим. Это ТВЗ будет. Ну, Мината Касса Зерга уже убил тираном, как бы, и... Посмотрим, как с Аверсом. Так, ребят, пилю рекламку еще раз. Спасибо всем, кто поддерживает. Включайте отзвуки на премиум, подписывайтесь, поддержите меня и мой канал. Пойдем сейчас матч Венеров смотреть. Минотаверс, соответственно, мы. Вот. Через несколько секунд. Так, смс-ку надо написать. Так, короче, ребят, сейчас я вернусь сюда. Так, секундочку, сейчас вернусь я. Так, прыгаем в игру, кстати. Так, неразим тоже там стартует. Насколько я вижу. Не знаю, пойдет ли кто-нибудь туда. Наверное, нет, по ходу дела. Рева так как ждет, может что-нибудь подзастримить сюда пришел.
Так, ребят. Минотаверс, это у нас Бо-3 еще, как бы, финал. Суперфинал вот будет Бо-5, но там лузера еще должны доиграть до этой стадии, получается, как бы. Вот. Посмотрим, как они доиграют. Я даже не знаю пока, если честно. Так. Пульченский тут рядом с мейном. 17 хата Газпул Лаверса. У Минатча. О, Масс Рипера с мейна просто. Ну, Минатыч дает. Полюбились ему что-то. Масс Рипера эти с трех бараков. Ну, не знаю, как зайдет здесь. Сейчас увидим. Да, летает риперами, шатает, что тут минат Аверс. Аверс Роуч Ворон заказывает, хочет роучами отбиться. Боюсь, что... боюсь, что роучами здесь тяжеловато будет отбить. Тем более собаки без мой, что-то Аверс не то тут затеял, по-моему. Хотя, если сейчас роуч построят, то... туда. Ну, мината тупит, ему надо быстрее тут хочется. Бомбить, королев напрягать, собак убивать, чтобы не скапливались, вообще не давать ничего здесь накопить. Все, уже 5 риперов, это ваншот, линк просто. А это уже замечательно, конечно. Ну, сейчас плеточ, кстати, доделается, а плеточ вообще здесь печаль. Че, на мейн, может, прыгнуть надо? Ну да, на мейн, собственно говоря, и прыгает, а Минатыч. Так, рача поломал, да королеву убивать. Чё Минат так боязливо все контролит, не понятно. Так, 4 дрона минус, королева продамажена, но не погибла она. Ну, кстати, роуча и обстроил Аверс и отбился. И плетку здесь перекопал. Чё Минат делал? Почему он риперов до сих пор строит? Надо тогда пробивать, стараться. Через оклик в пол втопил, можно риперов вообще не терять было. Потерял 3 в итоге Аверс. Ой, Минато. Уже 5 бараков, правда, вот 5 бариков строит. Ну вот из-за своего вяленького контроля риперами, то есть он постоянно не атаковал, а сейчас Аверс. Аверс успел роучи отстроить. Шесть бариков уже. Ничего себе. Что это с одной базы делается? Однобазовая такая элегантность. Ну, роучи в лоб-то риперами очень непросто пробивать, я вам скажу. Хотя на гренах можно напрягать их. Вот минус 2 реводжера тут Аверс решил заморфить. Все равно Минато поддавливает, кстати. Королева падает. Че, грены пошли. Роуч взорвался один. Дамажено, но кажется. Что мешает на мейн пролететь, не пойму. И, например, заминусовать всю королеву, у которой энергии больше, напрягается здесь реперами. Пытается уйти Минатыч на ХГ, точнее Аверс на ХГ рот. Уходит королевой на ХГ, но сейчас базу, если убьет Минат, то это все. Так, будут еще сюда кидаться грени. О, гэпи, что-то Аверс, ребятки. Минато масс риперами убил. Имбо-стратку какую-то Минато тут нашел, я смотрю.
На изичах. Так, прыгаю в игру. Так. На турике-то все призово увеличиваются. Спасибо всем. Не знаю, с моего этот канал, не с моего. Но уже почти 5 кэсов. Первое место. 4900. И 200 второе, короче. Так, касс убил неразима. Касс рева внизу будет, но надо ждать будет вообще. Нет, воздушные юниты не будут стрелять по юнитам, которые гранатами подкидываются. Это уж перебор какой-то был, блядь, честно скажу. Так, смотрите, Каверс решил, что пора действовать радикально как-то. Пул первый он играет сейчас. А что, может, Бэллингбаст или Муфрани заказать? Или это пул первый хат? Нет, это пул первый хат, но в итоге, посмотрите, как у Мината получается. То есть у него ни на скорость, ни на королеву минералов нет. Вот в чем бред сейчас заключается. Зачем заказывать 4 собаки, 6 собак до скорости, я понятия не имею. Надо вот скорость сейчас делать, и королеву надо было делать сначала, потом уже все. Дальше делать. Так, тут Марик ходит один-единственный. Раз, два Марика здесь. Сейчас 6 собак будет. Не знаю, успеет там в рампу забежать у нас. Короче, отдает Мариков Мината. Вместо того, чтобы рабочих увезти и попытаться уйти. Что-то ничего не получается особо. ЦЦФу там на лоу-граунде напрягает. Реактор отменяет, еще марики заказано. Так, еще 6 собак делать. Слушайте, со скоростью можно скушать сейчас лингов просто будет. Аверсу Мината. Походу придется у Масриперов третью катать Минато. Ну, то есть этому Минато еще. Потому что Аверс с имбустратами начал играть какими-то. Я вам скажу так. Отменил, заказал, отменил. Г пишет Мината.
1-1. Ну что же, весело. Так, Касрева. Так, Минотавр сейчас кончится. Дальше Касрева, победитель с проигравшим вот этой пары. И финал. Остается-то у нас не так много матчей, на самом деле. Не знаю, как долго они будут идти, но... Ну, будут идти еще. Так, спрыгаем в игру. Так, Тивай там тем временем, по-моему, Innovation обоссал в итоге все-таки на турике на этом или нет. Пока нет, но близко к тому. Какие-то неудачные атаки, там цех у него раньше уже будет. Так, рекламу пилю, помните про адлоки. Ну и поддерживайте меня и мой канал по возможности. Смотрим турик. Ну все, решающая третья у нас аверс Минато бьется. Ну что же. Газпул опять походу от аверса или все-таки 17-ю хату теперь. Минато депоха. А дальше что будет, интересно. Масс рипера опять. Да, да, барагас. Может, конечно, не риперы, не знаю я вообще, что там будет. ЖСМ готов. ЖСМ готов. Так, сприкрою дверку чуть-чуть. Что у нас по времени? Это 18:22. Ладно, надеюсь, турнир часам к 8 кончится этот. О, что у аверса тут вообще какая-то у меня, точнее, печаль. Все начало кататься. Бараков что-то настроил, а не грейданул. Цеху, короче, смотрите. В газ напилил рабочих дофига, так так и не будет никогда награть ЦЦ ресов-то. Что мне надо делать? Что это забил-то вообще такой мертвенький? Ну, Таверс бы сейчас Роуч Ворон сразу поставил, уже победка бы была бы. Как по мне читаемо было, что Минатыч сейчас начнет, как бы, ну, свою эту песню риперную.
Так. Ну, прилетает Рипер и начинает харасить. Сразу же там Минато пилит, я смотрю, эти. Айвес с ней плетку пилит. Наконец-то грейданул ЦЦ, плюс еще 2 барака, 5 бараков. Будут потери пока что только у Аверса. Линк один, по-моему, слился. Ну и, кстати, на этой карте на мейн-то не запрыгнуть, а есть уже плетка с трансюзами. Хотя крит-массу риперов никто не отменял, на самом деле, и могут они зарешать. Не знаю, почему Аверс не хочет тупо заказать этот Роуч Ворон-то. Давно бы уже заказал бы, на самом деле. Два линга здесь в тылу бегают. По 5 уже риперов строят у нас этот. Минатыч. Я знаю, ДЛР муталисков делать, либо роучи. Здесь с чем-то, с риперами надо с чем-то бороться. А с риперами нечем бороться вообще на данный момент. То есть и непонятно, чем собирается бороться. Ну, что маска королевы? Я не знаю. Ну, маска королевы норм, конечно, но... В атаку тут уже идти как-то надо будет. Ну, трансьюз, видите, минус ребер. То есть тут либо наламываться, то по КД можно... Если Rapid Fire стоит, залетел, гранат накидал, как бы, и поломился. Либо, ну, то есть, что-то другое, не знаю, делать. А что тут можно еще делать-то? Риперы вообще назад все полетели. Аверс тут еще, точнее, да, Аверс еще пушек делает. Нахрена ему тут столько пушек? Он рассчитывает, видимо, вот этим Элингом Дропом убить, короче. Здесь уже давно надо в Steam было перейти, как просто... Минато и все. Здесь темную зону дропнуть, сюда забежать. Можно, да, ГГНчик получить. Риперы на мейн подплатают. О, а что, зачем они на мейне-то вообще нужны? Дроны зачем вперед? Зачем дрон-то вперед едут, не пойму. Добывай, да добывай, королеву, все убьют. Зачем дронами-то ехать, не пойму. Собаки на мейне в это время. Сейчас Минато еще и развалят здесь такими темпами. Ну все, риперы срылись. Королевы есть, а... Как их привести в атаку-то? А вот, сейчас 10 королев, кстати, вперед полетит. Ни хрена себе такой элегантный билд. Офигеть, просто такой бред. А что делать? Ну, 11 королев отбить будет практически нереально. 12 дронов, правда, там. Что-то все прям загрузил у нас Аверс и полетел. Да, королев что-то больше, чем дронов. Ну, кстати, вот если б Минато успел сделать Steam, он бы мог отбить это все. У него уже достаточно много мариков, а именно 10. Пару риперов. Ну, 10 еще реакторы подъедут, пока летит сюда Аверс, то есть еще несколько юнитов успеет построиться, плюс КСМ-ки, как бы, ну, то есть... Но Стима нет, а без Стима это вообще нереально практически отбить. Здесь собаки-то нафиг не нужны, собаками по земле надо было бежать вообще. Неплохо тут Минатчу королевы залетели.
Рабочие вперед идут. На, трансфьюзит стабильно. ГГ Аверс пишет. Ой, ГГ Минато пишет. Аверс 2-1 победил. Аверс, между прочим, в финале. А это уже минимум второе место. То есть призовые попал. С чем я Аверса и поздравляю вообще. Кто-то про минус броню говорил этих и либераторов, а здесь что-то на том-то турике, где Демага отказался играть, унижает. Тивай как раз-таки минус броню, оппонент своего только что было, вообще дичь какая-то. 3-1 Тивай обоссал инновейшена, ребят. Ну, как и предполагалось, собственно говоря. Минато говорит, всю неделю тулсами тренился, а играть за эргами надо. Ну а что делать? Остается 3 матча у нас. Касриева, победитель с Минато и победитель с Аверсом в финале, ребятки. Ждем. Секундочку. Это Аверс, как бы за эргами ход Киев, не знаю. Секундочку, сейчас я приду, ребят, к вам. Так, секунду, ребят, на секундочку отойду я сейчас, вот, и вернусь к вам, погодите, чуточек.
Так, ну все, ребят, я здесь и сейчас я с вами, ребятки. Это Минато против... А нет, это Рева против Каса бьется, кстати говоря. Да? Да, Кас против Ревы. Рева Террасик, а Кас Зерк у нас оказывается. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Не знаю, насколько Кас силен, но Минато его сбрил, например, масс риперами. Так, оп, здорово, Дим. Shadow Marine, это когда-то ты уже до этого подписывался, так понял. Спасибо всем за премос и за... А почему-то не озвучилось, короче. Странно. Спасибо всем за премос и за поддержос, ребят, большое. Вот. Не забывайте про эти все дела. Аверс против... Ой, какой Аверс? Аверс ждет в финале. Рева против Каса. Победитель с Минато. А дальше Аверс в финале. Ну вот я бы хотел, чтобы Рева здесь всех прошел, потому что Рева Аверс давно... Они спорят там друг с другом. А тем более не своими расами. Там может быть жарко тогда в финале. Но будет ли жарко, я не знаю. Можно никнейма написать, тут совсем, да, ничего не понятно, походу. Так. Во, вот так вот правильно, да? Да. Все. Так правильно. Будет Рева играет геликов после Рипера. Старпорт Марики строится. Ну, прям это невероятно похоже на Хелбат Пуш на самом деле. Ну вот. Очень сильно. Ну, пока Армори что-то я не наблюдаю. Когда она будет заказана, я не знаю. Так, Фитка забежал. Новейший мул просто уничтожен был. Это провальческий просто сейчас был. Ну вот, и я вижу, что уже криво исполняется. Это ревчиком этот билд. Почему? Потому что гелики вообще не должны ни на секунду прекращаться строиться по этому билду. А вот... Так. А вот армория уже заказываться по факту должна. Так, Мариков всего два к пушу получилось сделать. Заказан еще один медивак. Все, вперед полетело. Здесь ни Беллинг Неста, ни Роуч Ворона, ни хера нет, короче, у Каса. 6 геликов, это 6 хелбат, плюс Марики вперед. Привет, Фокс Хантер, привет всем, кто нам подошел. Да там не важно, куда никнейм вписывать. Я просто местами поменял игроков, потом и все, собственно говоря, на этом. Так, Марики дропаются, хелики... Трансформятся, пора идти вперед. Ну вот Марика вперед, я бы не рекомендовал бы выводить сейчас Реви. Но он и не выводит особо их вперед. Кстати, Марики ДПСят с рипером сзади просто прекрасно. Надо заходить прямо внутрь. Есть там трансьюзы, кстати, у Каса. Чуть не вижу особо трансьюзов. По-моему, он не успевает еще при этом всем затрансьюзить королевство. Сейчас первый я только наблюдаю трансьюз. Лечится прекрасно, Хелбаты живут здесь долго. Королева падает, очередная, один Мари, Крипер и два Хелика здесь живых. И второй медивак прилетел, а значит просто здесь Касу будет не отбить. Вы знаете, здесь все будет лечиться еще в два раза быстрее.
Хелбаты сейчас вообще оживут все. Хотя нет, что-то печально все в итоге. Марики на муве подходят. Рео что-то гулын увлекся в этот, по-моему, не? Я вот смотрю, как пацаны играют. Не, я зергами слаб, но, например, если бы мне тираном с кем-нибудь надо было, мне кажется, я бы тут разваливал бы конкретно кабину, как бы просто. Вот. Своими тиранами мастер-лигой тир 2. Ну вот все бы норм у Ревы было, если бы он одновременно какие-то технологии добавлял, потому что у него ни плюс один не заказано, ни хрена вообще тут не заказано. Надо лететь, разводить, дропать геликов, наверное, Реве. Не знаю, что ему делать-то еще. Опять колбаты трансформируются. Слушайте, либератор прилетает в этот раз, а успеет Рева Беллингов-то тут законтрить? Начать загрузить хеликов, на сплетануть все жёстенько здесь. Сплетится неплохо все. Одна королева все лишь уничтожена. Ну разводит Беллингов. Кас мясник, он как за тиранов мясник, так и здесь, знаете. Настроил просто дофига юнитов, у Ревы что-то все подслилось. Хелик на мейн пытается уйти. Вот было бы здесь хоть что-нибудь в этих медиваках трех. Можно было третью понапрягать базу неплохо. Но напрягать нечем вообще. Но если как бы сейчас выиграет Ревчик полностью матч, то следующий матч зеркальный будет против Мината. По-видимому. Наши войска атакованы. Наши рабочие атакованы. Так, опять гелики заехали. Опять нажигалити начинается здесь. Ничего не жёг, по-моему, Рева вообще этим заездом. По крайней мере, с того момента, как я сюда внимание обратил. Просто геликов просадил. 1600 минералов. Нужны макро-цецехи. Обязательно нужны они. Иначе беда, печаль. Здесь один либератор. Все. Здесь планетарыч на третью. А у Рева надёжно планетарочку на третий прямо. Ну надо макро, цецехи, орбиталки-то где-то делать, я не понимаю, где только. Здесь роучи вперед идут, у кассы, капчелинги. Начинается веселье, линги-беллинги, ой, роучи-линги здесь заходят. Ядре раньше делать, здесь планетарка, ну я думаю, что немало здесь юнитов, но планетарку не пробить как-то будет просто. Эту. Так, либерон разложен. Бомбанит роучи неплохо. Ну, кстати, Кас убил рабочих всех Реве. И в итоге чинить особо-то тут нечем планетарочку остается. Надо всеми, что есть, сейчас пытаться вычинить ее. КСМ-ка будет. Мулы кидает Реву вообще. Просто лють тут идет лютый замес. И вычинил в итоге. Ну, это просто по скиллуке было, реально, я смотрю. Баншам скорость пошла. Опа, против хостов, против всяких этих дел. 15 дронов К строят, просто не парятся здесь. Экономику раскачивает жестко сейчас. Так я и не собирался здесь участвовать. Вообще, в принципе. Поэтому и не участвовал. Да и нафиг сегодня я никого бы не выиграл бы, потому что я сегодня себя так себе чувствую. Мог добить. Ну, так он и добивал, значит, не мог добить.
Если сразу рабочих быстрее начал бы забирать, может быть, добил. Так. Неплохо, гелики на третью вот сразу заехали. Здесь даже ревочек убивает. Ну, за синее пламя не нужно, конечно же, здесь делать зачем. Ну, простительно, Рев, вот не тиран все-таки. Ну, так и многие тираны тут, это, на самом деле, которые тиранами играют. Ну, потому что вообще, знаете, гелик не могут гидралис клубить, а синим, вы знаете сами, как это происходит, там просто он вообще залетает. Готовы лопасти, ребятки, усиленные, несущие винты, точнее, они называются. Скорость баншам, соответственно, готов. Сколько их вообще есть? 4, вот кайф штук 7 будет, уже можно лететь, просто спорку где-нибудь убивать там и убивать полностью. Танчик перед планетаркой странно как-то стоит здесь. Опять гелик на проезде, проездом. Так, там хелбаты, здесь хелбаты. Прохарасил, сколько банши, где они вообще находятся? Всего две возвращаются, еще сейчас две подстроятся. Какие-то supply блоки у Ревы. Атака на танки, атака на воздух делается. Вот пока 1600 минералов было, то макро цех не добавил. А вот на третьей базе прям 10 цех купили шербеталку. Здесь он на второй, блин, перед выходом ЦЦ. Вот на мейне здесь место есть, ЦЦ можно поставить. Плюс депохи нафиг здесь тоже не надо было ставить. Их надо было здесь где-то пилить, а место оставлять под здание. Без макро ЦЦ туго тирану в лайте сейчас. Торы поперли. Так, вычиниваются баншина. Выключить им инвиз, да, а то что-то это... А, ну у них самих энергия, походу, кончилась. Игра приостановлена. Паузу. Игра возобновлена. Чарлик все двери пооткрывал. Так, ребят, здесь банши или это харась стоит, что-то на Чарлика отвлекся. Смотрите, сколько-то нет на мейне. Кайф решил Рев забрать. Ну не знаю, не знаю. Не забрать, видимо, будет. Убил всех банши в кайф. Вот это жесть была просто. Такой провал вообще. Зачем этот кайф вообще? То есть. Да забрал ты его хайф, этот зерк здесь, L нажал сразу просто, и хайф заново закал. Инфестейшн и есть, все есть. Взял зачем-то ревчик банши, все отдал вообще здесь. И плюс 4 сейчас было еще, то есть, ну, вообще бред, короче, какой-то произошел, по-моему. То есть, их уже было штука 11, и атака вот доделалась только-только. Тут гидророучи у кассы вообще. Не знаю, что касс боится. Аж 7 вайперов делает, ну кас профессиональный зерк, 7 вайперов здесь зайдут, норм. Так, выход пошел. Отревы дальше. Так, рептумор убивает, наверное делает. Вайперы без энергии, кас их взял через эфку походу в армию. Они такие бесполезненькие летают здесь. Танков очень мало в миксе, на самом деле. И вот этот гидра разобрала бы, я думаю, здесь все. Но танков, ну, 6 нет, 6 немал. Ну, блин, все равно танков больше должно быть, как бы, чтобы нормально драться для зергу. Принимает козбу, я же говорю, танков не хватает, зеленкой закрыл, там вайпер энергию подкопили. Похоже, ГГНщик здесь 30 цехи, четвертый-то даже нет, то есть это печаль вообще.
Бесполезный фокус Хайва, то есть даже получается, что отдано 7 банши на Хайве были, тоже подрешало. Сейчас 7 банши были в миксе, в этом было бы лучше значительно, конечно. Вот. Так и даже если Хайва фокуснула, то касса откинула там на минуты, на самом деле, на минуты 2-3 максимум назад. А в итоге-то что эти 2-3 минуты? То есть на таком уровне игры здесь же не идеально тайминги исполняют. Это ничего не дало бы вообще бы даже особо. Так, гелики идут вперед, кас дожимать, кажется, идет уже, да? Да, гидралов сколько? 39, это много, очень много гидралистов. ГГ здесь, ребят. Нужна вторая карта. Так, Левчик смотрит повтор. Все серьезно. На кону вообще-то призовой, призы денежные. Почти пятачочек, первое место. На что неплохо, на халявку. А я пока карты вставлю в кошелек свой обратно, эти все. Так, пора заходить, походу, в игру, да-да. Здоров всем еще раз. Секундочку.
Так, ну все, действие, ребята. Ревака, вторая карта у нас. Да-да. Рева Тиранка, Зерк, правильно ли никнеймы? Да, правильно, никнеймы стоят. Несколько игроков не пришли на данный турик, к сожалению. Ну а что делать? Так, ну что же. О, смотрите, ревчик-то что творит. Ха-ха. Лоба Чезарескисы делают, ребят. Рева 4 гейбарака. А Аверс... Ой, а Акас прокси хату, простите, Аверс вон в чате сидит. Аверс ждет в финале еще победителя. Еще с Мината будет следующий матч, как бы вы сами понимаете. Кас вперед выдвигается, ну что же. Роуч Ворон здесь почти готов. Ну, я даже не знаю, Мариков-то, конечно, больше, но Реводжиры, например, в этом миксе лучше будет смотреться вообще. Так, один Роуч здесь, остальные там, вдали где-то заказаны вообще. Так, ну на мейне роучи есть, понял ли Кас вообще, что происходит? Так, плетку дома ставит, прям минеральной линии, отводит роучи домой. Два рева же морфит. О, рева пилит снизу бункера, а толку-то от этих бункеров снизу. Смотрите, здесь роуч приходит, сейчас вот он по рабочим как начнет плеваться. А это что значит? Это значит, что рано или поздно депохи упадут, рабочие-то... Количество кончается, как вы видите. Кайтинг Мариков идет на крипе, прекрасно кайтит Кас. Так, СМ-ку забрал. Начинается с дронами уже война здесь. Может быть, через минералук имело вниз смысл? Да, туда. Вот-вот-вот. Так я и имел в виду. Фаерболы туда в рампу вниз полетели. Ну и все. Кас отбился здесь сверху. А Рачита с лингами здесь грызут и грызут. Рабочие падают. Смотрите, похоже 2-0. Похоже 2-0. Не проканал этот прокси-пуш, к сожалению, у Ревчика. Ну, а что делать? Марики домой, сюда тоже реведжеры идут. В общем, депохи упали, саплай блок. Бараки взлетели, а толку-то, что они взлетели? К сожалению, ревчик на четвертом месте пока остановится. Ну а что делать? Призы не попал. Покидает матч. Кас против Мината не будет у нас зеркалок в итоге. Сейчас будет матч Кас-Мината. Лузерский матч получается. Будет 3 финал лузеров. То есть кто победит уже в призы. В финал попадет соответственно. Так что ждем. Тем временем Хира будет здесь. И там 1-1 счет становится. Счет с собаками Хира сгрыз. Дарки у него были, но как-то нет. Yeah.
У Зерга стрим называется «Донатный день», я смотрю. И у меня просто, ну, а так можно было? У меня сразу вопрос возникает. Может, что же, пацаны, устроим? День, когда вы скидываете мне бабки, короче, свои. Просто и элегантно. Надо только систему продумать, как чтобы это автоматически происходило. Ладно, пацаны отжигают. Норм, чё. Так, ну ждем, пока дочеркают, пацаны. Сейчас дочеркают они уже, походу. Опа, донат-то полетел сразу ко мне. Хав тут петоч, не разим, рубль пилит. Слушайте, теперь не показываются такие донаты, походу. Дайте-ка я настройки проверю. Странно. Кстати, ребят, кто ГСЛ не видел, смотрите, там ГСЛ выложено. Так, сейчас, секунду, кто-то прилетел. Сейчас надо глянуть, кто там прилетел. Так, все, я здесь, извиняюсь. Саня залетел, ему было не очень явно. Зачастил что-то Саня. Вот. Саня, ну так, мама маленько там подзадонатила. Меня-то нет вообще особо этого мелочи. Саня сотку отдал. А я уже не помню, что там с этой соткой. Не, Серега тут сосед тоже брал, как он с Саней тусуется, бывает. Чалик, ты либо заходи, иди сюда. Либо не заходи нафиг. Дверь, понимаешь, нараспашку откроешь, как обычно. И все. Вот.
Так что насчет сотки я хз, ну, наверное, да. Открывай морды, ё-моё, свои. Чадик, ты вот эту хрень видел? Иди сюда. Иди сюда. Иди, не бойся. Ну давай, давай. Ты видел вот так вот? Кто там посылку поджал свою? Поджал хвост, блин. Так, ну что, Минатч против Касса, они уже встречались, и Мината 2-0. Касса-то развалил, и вот здесь овера подрезал в этой игре. В первой карта Неоновая площадь. Опа, элегантный Мината, смотрите, короче. Какая здесь темка-то происходит интересная. Касса скорость заказа. Ну, кстати, интересная вот эта тема вообще. Ну, здесь еще можно, на самом деле, потом четвертую запилить в кармане. И вообще прекрасно все станет. Так, две собаки бегут. Касса что-то туда-сюда бегает. Вот Мариков заметил. Так, и Балтику, а Жигуля за 40 в литре, вон тут литра у нас есть, говнище, да, опа, накрывали везде. Так. Плюс 2 барака у Минатча. Почти готов в стимку. Странный билд. Здесь еще и выход, походу, будет без медиваков какой-то. Пиваза захотелось. За 40. Не, бельгийского бы, может, вишневого бы стиманул бы сейчас. Чуть-чуть. Так. Втихарька. Ну, борода. Вот, короче. Да и у нас вообще такого мало. А что здесь такое-то? Три барака. Фактурка поперла. Крафтовую пасту за бутылку. И у нас крафтовая, наверное, 200 стоит. Где-то здесь будет. Так, ну грейдики делаются, ребят. Вот ниндзяночка качается. Сейчас я считаю, что Мината просто нужно строить био-медиваки.
факту, перевести на лабу пару танков, заказать и просто здесь еще цецеху впилить, по-моему, и у него вообще все будет элегантно тогда. Абсолютно. У касса ранняя гидра, катухи веллингом, рейндж гидре. Смотрите, касс тут прямо как прогеймер реально. Тут все делается, там трали-вали, а Минач просто неспешно фык и все. Норм у него. Так. 1-1 заказано тоже. И что касс, что Мината завтыкали с бронькой чуть-чуть. Вот. Ну, копятся, пацаны. Че ты хочешь, боберыч? Копятся. Так же неинтересно нам смотреть будет. Касса, гидра, тут бэйны прям. 59 дронов. Минат 43. Он чё, я чуть не понимаю, Минат только там на той цехе рабочих строит. Мне вроде на всех строят. Даже странно. Все, лаба на факте, да, сейчас танчики. Просто армори сейчас делать, атаку на танки, все. Да, стенка просто, конечно, вот гениальная. Во-первых, здесь бункер что делает, во-вторых, она с дырками, она не закрыта до сих пор вообще. Пиво, янтарь. Да, я знаю, у вас там много пива нормального на самом деле на Украине. В Киеве, кажется, смотровой смотришь, там это район целая Оболонья, это я помню, там пивас тоже льют. Я там не бывал никогда, только вот со смотровой видел. Я вообще на, кстати, историческая, это какая часть? Правобережная. Значит, слева и не бывал там никогда. Хотя это и не слева. Короче. А в Одессе я не помню уже, там, в 2009-м давненько был я. Бля, прикол уже... 10 лет почти прошло с того момента, блин. Вот так вот. Давно не бывал. Надеюсь, как-нибудь побываю. Надо с Лёхой связываться только, наверное, тогда с ним побезопаснее. Но пока планировать не планирую вообще, не знаю. Может, в будущем как-нибудь доехать. Челик. Все, короче, последний раз тебе дверь открываю. Стоит. Тапком по жопе похлопал, чем на месте стоит, типа. Такой огрызается, типа. Тапок, ты чё, охренел? Слушайте, а чё Минато не ставит четвертую базу, я не пойму. Ты эту ниндзяночку найдут, и на двух просто останется он. Смотрите, с одной базы рабов настроил. Двадцаточка рабов, в общем-то, да? 6 на газу, 14 на минералах. Все мулы, конечно, сюда. Зачем мне надо сюда вообще ни в коем случае кидать? Хотя нет. На минералы большие надо кидать, короче. Ща, Кас, слышите? Кас сейчас криптумором просто цеху спалит. Смотрите, у него крип почти до сюда вообще. Вот. Кас вообще ничего не видел. Тут цеху. Ты че вообще о чем говоришь? Ты в другой игре какой-то, братан. Как он мог 7 минут назад найти и не убить ее? Короче, пробивает миночка. Мне выход будет сейчас жесткий делаться. С его стороны. Но танков как-то мало в этом выходе. Почему-то третьей базы нету, я не понимаю почему. Кас просто на мулю на центре тут идет. Слушайте, Минач просто касса пробревает. Гидра вообще в шоке вся. Идет дальше. Ну, еще неплохо Минатыч так проходит дальше, я вам скажу.
Так, танчики, сейчас надо развернуться, иначе. Очень много мародеров, ДПСов по гидре немножко не хватает, зато как все стопается. Смотрите, беллинги вообще не докатываются. Некоторые. Ну, большая часть докатывается, и каста отбился, слушайте. Отбился Косяня, Мишаня. Держись, Аверс, тебе... А, ну хотя у вас зеркалки будут тогда, получается, в финале. Блин, ну надо как Репчик-то предлагал делать. Если будет зеркалка, то есть играется там, допустим, ЗВЗ, ПВП, а третья карта, если она надо, а она надо будет точно, то играется каждый раз, который победил предыдущий матч. А потом можно, который проиграл, например. То есть, ну, чтобы зеркалок чисто все время не было. Опа! Крип просто ценчик нашел. Минач рабочих в бой бросил. Куда? Зачем, братан? Ты чего? 3-3 делся. Вот я говорил, занял бы вовремя ЦЦХ уже давным-давно. И вообще все норм бы было. С мейна ЦЦХа где вообще летает? А, на третью или... Куда она летит? Минат случайно и увел. Дистанс майнинг пошел в итоге. И рабочих можно было увезти сейчас, кстати, домой. Всех в легкую, на самом деле, Мината. Просто вот увидел, что Криптумен рядом ЦЦХ, и сразу взял бы сюда, направил. Не факт, что Кас нагнал его вообще. Месторождение минералов. Наши войска атакованы. Так, давайте с политикой. Поаккуратнее с политикой тут, а то я смотрю в чат вообще, как бы, так что сейчас, бля, быстро с вами разберусь. Я тут. Так, на золоте тут начинает Минач таскать. У Касса ультралы поперли. Сколько гидры у Касса? О, 42 с гидралиска. Кстати, 2-2 грейд, между прочим, ранжевое. Киеву понравились. Да, Киев очень хороший город. Красивый, старинный. И вообще приятный такой, конечно. Так, 123-169. Все, ультралиски приехали. Тут опечаливают они Мината вообще. Так, не, ну Минат бьется, но меньше, чем меньше мариков, тем тяжелее будет брить. Касс зачем-то ЦЦху фокусил. Я, кстати, не понял, зачем Касс ЦЦху сейчас фокусил. Кстати, только благодаря дозаказу Касс тут по рабочим сравнялся более-менее. Слушайте, Мината 3-3, и вот это-то сейчас сильно подрешало, что у меня Минат 3-3. Но вперед идти опрометчивое решение, потому что там ультра, и мне кажется, ну тут... Что тут Мината сделает с этой ультрой? Два танка есть, ну а что там танки эти сделают? Да ни хрена они не сделают. Все в крипе вокруг, короче. Точку сбора Минач уже сюда сделал. Танчик сиджится раз, танчик два вообще где-то сзади. Да, что-то полетал Минач медиваками, посмотрел, что к чему. Танк ближе ставит, сюда к ультре. Надо катнуть здесь и линги, здесь и ультра есть, и сверху ультралы везде заходят. Не-не-не, таких ультралов на клике... Минат еще ультраим болевает сразу, короче. Так, Серега, а ты патриот? Не, я не патриот, братан, я С-400. Я не американский ЗРК, зенитно-ракетный комплекс. Короче, завязывайте, короче, эту тему.
Ну или у вас патриот там. Ну что ж, в игру захожу. Что-то каст разыгрался под конец, на самом деле. Так, ну что, поехала игра. Вторая Минато Касс, после уже будет самая финальная у нас игра. Можете, кстати, призовой поддержать данного турнира. Ну и меня можете поддержать, естественно, тоже. Так, Минато Касс. 1-0 Касс, Мишаня ведет. Кстати, где там у него? О. Во. Так понятнее будет. КФГЛГГ пишется. У нас кассом там или кем там. Так, пул первый у Касса, ребят. На Твиче вопросы про Ступовчука за зергов. Напомню, читайте название турнира. Вот. Ну, по нему не все понятно. В общем, суть турнира в том, что игроки играют не своими расами, а расами оппонента. Соответственно, если зеркалка, то какая-то другая зеркалка назначается. Такие вот дела. То есть, если сейчас Касс с Аверсом будет в финале играть, у нас будет две зеркалки за ВЗ ПВП. И потом, видимо, как-то, ну вот, победными расами, что ли. Опять масс рипера от Минатыча. О, а Каста, я что говорил? Вот что надо делать, конечно. Просто роуч ворон с мейна делаешь и контришь этих риперов чертовых. Вообще хлам. Так, когда СК2 умрет? Я бы на вашем месте не был бы такими оптимистичными. Вы там лучше следите за собой и будьте осторожны. А то смотрите, раньше, чем СК сами не того этого. Так, прибежали линги, напрягают. Не слаб, три роуча делаются. Реводжеры будут вообще? Да, будут реводжеры у касса. И еще 4 роуча заказано. Кстати, таким пушем в хлам убиваются риперы эти. То есть просто... Ай, не успел доплевать.
Просто идут вперед роучи постоянно с реведжерами, от гранаток уворачиваешься, приходишь и убивают. Два рипера минус, мина залетел, отдался просто нелепо. Ну, похоже очень на 2-0 касса и финал чисто, смотреть будем походу. Если 2-0 касс будет Мишаня здесь побеждать. Из-за кустов мина что. Ай, смотри, не попади, ем на фаербол, мина-то опасно, как тут контролят, надо на хг зайти как-то. Роучи вперед надо вести, куда нам реведжеры-то лезет, куда касс реведжерами-то лезет, я не понимаю. Да уведи ты их назад, ему роучи вперед, конечно, просто. Просто да просто вперед идти надо и все. Сюда пришел, все, сейчас пару реведжеров еще здесь добавить. Реведжеры важны, как ренжовый юнит, то есть они по риперам стабильком дэмэдж наносят. Не надо лезть на рамп, просто зафаерболил депуху, пилишь реведжеров, кожно больше. Будет просто реведжеров 4 штуки, будет ваншот рипера с удара, как бы, и все. Подлетели, минус рипер, подлетели, минус рипер. Че касс делает вообще? Это победная игра просто. Строй роучи, делай еще реведжеров, иди вперед и все, дерись, просто дерись. Касс от гранат уворачивает, понимает, как контролить надо правильно. Мне надо гренки все выкидывать, там выкидывает новое, выкидывает, выкидывает. Побольше бы кассу реведжеров бы здесь, мне надо больше приперов. Вот еще один рипер минус. Роуч тоже нужны для того, чтобы танчить спереди, как бы, естественно. Вот еще два реведжера пошли. Да можно вообще всех реведжеров делать и пару роуч спереди оставлять, и все, как бы. Будет просто замечательно сюда. Так, реведжеры готовы, надо заходить вообще. Что происходит, не пойму. Фаерболить просто депуху и барак, чтоб мината рано или поздно барак этот увел, и все, как бы. Барак уведет, и там хрен что дальше. Опа, пошел замес горячий такой, прямо. Вперед идут эти рипера, касс контролит ужасно как-то. Подставляет все. Надо еще реведжеров морфить и продолжать, в общем-то. Харас, продолжать кассу просто. Еще минус рипер. Да реведжер он и сдохнул. Нафиг вниз-то ушел, не пойму. Сделает и Равагера из этого рот. Че касс творит вообще? Куда он бежит? Что он делает? Я вообще хер знает. Пушил-пушил, игра победная, передумал, просто домой пошел. Ну что за бред-то, конечно. Здесь убивать надо, поэтому нахрена шанс-то давать ему вообще? Че ушел вообще, блин? Пушил-пушил, взял, ушел. Соединил, короче, этот, армию в итоге, касс. Ну, пора идти, я не знаю. Вперед уже. Ну вот просто смотрите, ты находишься здесь абсолютно медленными мертвыми роучи-реведжерами, уже эти рано убиваешь просто. И вместо того, чтобы там и находиться, просто роучи туда вести, риперов напрягать и морфить новых реведжеров, ты уходишь назад, чтобы риперы к тебе на мейн залетели и рабочих шатали. Ну где логика? Касс логичного сегодня как-то не очень играется у него. Надо дожимать, потому что тирана экономика хорошая. Зерг бомжует без технологии, имеет такую армию гигантскую и стоит вообще. Так. Ну что, все вперед пошло там. Шесть риперов. Оу, тут вообще нормально так. Все делается. Семь бараков. Касс приходит сюда. Ну тут цеху отменить. Просто овера подвести. Еще и овера. А, того сбили, нового надо вести, да? Да, походу. Тут марики и риперы, короче. Просто роуч вперед завести, сзади. Куда реведжеры вперед-то лезут, не пойму, Мишанчик, ты чего? Неужели просто тяжело вывести одного типа юнита вперед вообще? В такой игре, блин. А именно рачей. А, что, как байт, можно уже на хг заходить смело просто. Что касса делает? Да не надо уже вниз спускаться, надо вперед идти, наоборот, рачами, что касса пытается сделать, но еще как-то у него... Кривоват получается. Просто из дамаженных реведжеров делать и все. И просто не парятся даже. Так, раскидывается рипер. Понимаете, риперов все меньше и меньше. Там марики остальные строят.
Фаербул и падает, все-таки пришел Кас убивать все-таки. Гидроден там дома. Еще реваджеров пару запилил бы, вообще бы риперы улетали бы. Ведь газа дофигища просто. Ну, здесь 2-3 роуча спереди этого достаточно для того, чтобы танчить. Ой, фаербол какой попал, жесть. Увидели, 4 рипера просто улетело сразу здесь у Минар. Ну это ГГ, это 2-0 каска, а Саверс финал ждем. Так. Так, ну что, ждем финаля, ты чё? Так.
Так, ну что? Так, у Айриса карта в запасе, Паша говорит. Ну, это правильное решение. Я тоже люблю, когда карта в запасе, чтобы не париться. Тут сейчас, секундочку, вернусь я. Так, ну все, я здесь, ребят. Так, что-то случилось. Так, ну что, прыгаем в игру. Так, ну что, финал, ребят, у нас турнира, последний, соответственно, матч Аверс против Касса, ПВП у нас зеркалочка тут пошла, потому что пацаны тиранами играют, ну и как бы надо зеркалки какие-то делать, получается. Ну и у Аверсу надо две карты все лишь взять, а Кассу, соответственно, сколько, три. Так, погодите, а кто у нас кто? А, вот Айвс красный. А, все правильно, да. Значит, правильно, Кас стоит сверху там. Так, пилон гейт. Пилон гейт. Рэм 746 поддержал ваш Опа. Канал на 100 рублей и сообщает: «Прив, бро». Здорово, Ром. Сейчас добавлю я тебя. Ты что-то уже пилил мне в этом месяце, но... Не знаю, в топчике там ты или не в топчике. Потом проверю, больше 350 там или нет. Спасибо всем за поддержку, ребят, большое. Короче,
Два гейта в два гейта на стандартное ПВП. Кас по скиллухе тут, смотрите, делает стеночку, ну, то есть такую, чтобы здесь архон проходил, то есть пилоном чисто площадь у Аверса. Узкий проход оставлен, то есть телепортироваться на момент придется, архоны не смогут выйти тогда. Странные, конечно, позиции для кибернетки пацаны выбирают тоже, но... Получается, в линию идти, что-то тупить, все ходить будет. Лучше между ними между ней проход оставлять, на самом деле. Рэм 746 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: спасибо за стрим. Спасибо тебе, Ром, спасибо. Ну что же. Так, Старгейт, Старгейт получается, да? Оба в Старгейт выходят. Там и там адепты. Каз заблочил еще базу здесь с пилоном, я смотрю, второго. Будет выбивать аж, да. Пытается выйти. Ну, вот с этой, знаете, какой минус, как бы, с этой вот, с жирным проходом здесь, то есть, если, допустим, у тебя адепты, и ты адепт врага хочешь подлочить, то тогда достаточно тебе будет этот, ну, иллюзии пустить вот в этот узкий проход, и они заблочатся. А вот здесь так не получится иллюзиями, хотя, если рядом поставить, можно попытаться блокануть, конечно. Так, ну что тут с адептами вдвоем там и там бегают, на мэй не пройти. Касс уже некто заказал, Аверс только сейчас будет заказывать. Здесь Оракул первый, а здесь еще Феникс прям первый. Смотрите, Феникс уже есть, и Аверс просто не летит вперед. В такой ситуации, знаете, как надо Оракулом делать? В наглую где-нибудь здесь ныкать рядом. И в наглую врываться на пофиг, короче, убивать, сколько успеешь убить. Все, можно много убить успеть, на самом деле. Так, забрал Касаверсу адепт. О, пробка спалила, смотрите, Оракула. Будет на мэйне Феникс оставлен, вообще нет ничего там. Оставил, да, Феникса. Ну так, не получится, нахрена было сразу лететь. Опа, мимо Оракул проскочил, Кас просто не заметил, а Аверс висит. Тебе шанс даю. Я не понимаю, что Аверс делает? Ну куда он летит-то? На карте Фениксы летают. Все, давай Оракула этого, блин. Он уже никуда не денется. Все, вместо того, чтобы убить 8 рабочих, убил 6 и также его отдаст. Фениксы быстрее Оракула летают, он не сможет от них уйти, соответственно. Да, КГ золото сделает, денет он. Сделает все норм цепуру и печатку, короче. И будет, блядь, и бах в лоб, блядь. Бах. Ходить, короче, вот так вот. Самое умное решение ситуации, понимаешь? Вот так вот надо делать, как все нормальные люди делают. Кто там все ходит, не знаю. Так, ну фениксы копятся там и там. Так, спасибо тебе, Ром, еще раз. Перемещаю тебя на другую позицию. Ну, короче, сидят там, плюс один флитбикон, что-то никто не строит в итоге. Ну и высиживаю здесь Аверс с Касом.
Лаверса плюс один, а у Касса-то, Флит Бикон. А рейндж гораздо важнее, чем плюс один. Так, 10 в 10 по Феникс. О, два сталкера здесь нам и прилетает просто. Куда Аверс прилетел? Че он боится-то, ё-мо? Прилетел такой, улетел. Вот тупик-то. Че улетел-то, я не понял. Лети, шатай спокойно просто и все. Так, пробки здесь. Начинает Кас поднимать. На халяву Кас просто дает пробок убить всех. Феникса тпшится. Кстати, можно их пошатать, пока они... Можно Касса было вот здесь и сейчас убить, на самом деле. Если просто рядом бы кучкой стоять, два Феникса Паверс точно успел бы забрать, пока они размораживались. Так, рейндж пошел, ну теперь у Аверса преимущество в плюс один есть, но рейнджа нет. Ниндзя нычка какая-то. Ну, чуточку раньше там у Касса, конечно, раньше, чем у Аверса. Ну, зато плюс один. Кстати, почему Аверс? Вот есть Флит Бикон, заказывай плюс два, ты а чё сидишь-то? Будет еще больнее стрелять Феникса тогда. По лимиту, кстати, Аверс плюсе в небольшом. Можно ТП-шнуть сюда, часть пробок будет. Вот с мейна взять так вот немножечко и отсюда вот так вот немножечко. Ну вот, до 12 взять, как бы чик сюда телепортировать. Все Рэм 746 поддержал ваш канал на 100 рублей. Спасибо, Ром, спасибо тебе. По сотику летит. Еще не чуть. Аверс вообще ошалел просто. Вот, да готов. Нексус, ну ТП-ш рабочих, что тут говорить-то? Я не знаю, что-то Аверс не ТП-шит ничего. Так, 19-17, Касса больше. Ну, плюс 2, кстати, оба заказали. Аверс там какой-то пробок повел на муви. А, он дисмайнинг уже на третью пошел. Ну и чего? Где Феникс ставится? Вот они, Фениксы. Ё-моё, Касс залетает на халявку просто. Сталкеры что-то стоят, что не стоят. Надо ловить Касса, что он наглеет-то? Феникс сразу улетел. Ну, как с пулемета вот это. Какие фокусы фениксов? А клик в пол, втопить. Оверс не знает, что не надо фениксами этот фокусить ничего. Похоже, что да. Третий готов. У Касс тоже третий, кстати, готов. А здесь четвертый уже готов. И Касс, кстати, не занычку может найти. Он может просто присечь здесь добычу, на самом деле. И все печально тогда будет у Оверса, если Касс присекет при добычу. Че там ТП-шится-то, еще не понял. О, красавец Касс, смотрите, какой мисклик прикольный был. Это стандартный косяк. Стандартный косяк. Телепортация завершена. Такс. Почему фениксами не надо фокусить? Потому что они дэмэдж потеряют. Как бы. Они по двадцатке бьют. Так-то. Уже по 24. То есть фениксы сколько хп? 180. Это 6 фениксов выстрелили. Все, минус феникс. А там было 19 их. Фокусить надо, когда их 5 летает. 3. 6, там, я не знаю. Ну, там до 10, короче, можно еще пытаться, как бы,
если никто бой не дает в особенности. Так, что у нас по фениксам? 22-22, по фениксам-то уровень идут, пацаны. Кстати, у касса апсы, то есть, прикиньте, он из-за апсов имеет стратегическое преимущество здесь. Он просто прилетает и в наглую все видит, короче, что здесь происходит и где. И Аверс просто не успевает вернуться вообще. Делить на группы по 6 и фокусить? Ну, на группы по 6, да, можно. Ну, тоже история достаточно прохладная с этим фокусом. У Аверса карьера, Паш, что себе? Аверс решил, что свич карьеров разумная идея. Слушайте, редко кто свичится в карьеров на такой... На самом деле, как мне кажется... Самое грамотное было бы сейчас Аверсу просто Мазершип добавить туда и все. Хотя Кас тоже карьеров строит. Короче, Фениксы, Фениксы в карьеров Феникса. Уже есть один карьерец у Аверса. Так, Опс готов, Опс минус. А, Фотонка застроилась. Да, смотрите. И здесь Опс минус. А как что-то Аверс? Погодите. То есть он висел-висел... А, вот, Фотонка достроилась. Все, я думал, Аверс мой в хаб включил сразу, а псы попадали. То не видел, не видел, а то бах, что-то все завидел сразу. Здорово, Алукард. Так, зилки тут бегают чуть за пробкой. Так, сколько тут карьеров-то уже? У Касса Мазершип есть, и это лучше, чем просто карьера. То есть, конечно, с Мазершипом армия сильнее у него будет. Что-то не у Аверса рабочих больше, чем у Касса, а на карьеров просто не хватает ресов. Знаете, две базы рядом. У Аверса ниндзяночка, у Касса там вон. Сами видите. Все бусты вообще Аверс выкидывает туда. Абсолютно. На, здесь Нексус заказ тоже. Так, вот сталкеры побежали, к Ване побежали сливаться. Надо одновременно отвлекающий маневр делать. Он сюда телепортнул просто всю свою арматку. И вот этот Нексус пытаешься вынести, например. Тут без ревелейшена не обойтись, кстати, под мазершипом, ну, чтобы биться на самом деле Аверсу. Иначе это сразу ГГ будет. Там, при таких столкновениях там за секунду буквально все решается. О, нашел единичку как. Смотрите, Аверс, куда фениксы-то телепортнулись, кассовские? Туда, наверх, Аверс не видит, что здесь мазершип. Кого ты бьешь, что мазершип атакует, его дает. На халяву карьеров касса отдал, смотрите, всех своих. Это фейл, это провал, просто провал, на самом деле. Мешанчик-то был сейчас только что. Фениксы возвращают, здесь карьеры фениксы у Аверса. А что это с ними, смотрите, они какие-то стали после телепорта странные у касса фениксы, посмотрите. Первый раз такую херь вижу. Короче, Кас в кал сливается на клике против карьеров. И здесь телепортирный баг какой-то. Смотрите, отображение вообще. Здорово, Винтери. Рад тоже тебя видеть. Ну что, Аверсу одну карту осталось взять, как бы, до победки. Ну что ж, нужна еще игра.
Так, что-то долго. Так, это турнир такой, какой там, что... Пацаны свичнулись расами с вами. Короче, ребят, пилю рекламку еще раз. Спасибо всем, кто поддерживает. Большое вам. Вот. Спасибо, Ром, тебе. Поддерживайте мой канал по возможности. Ждем игру. Так, ну что же, призовой, кстати, вы можете пополнить сами, ребятки, на изичах, что называется. ЗВЗ у нас второй матч, потому что не своими расами пацаны играют. Вот здесь вот можно пополнить. На данный момент 7020 рэ призовой. Вот. Может быть, он больше. Ну, можете поддерживать Турик и меня, и мой канал можете поддерживать. Я уже говорил, на самом деле, об этом. Кто так делает, тем полнейший респектос. После данного турика я все закругляюсь, пойду домой. Это самый крутой стрим был у нас. А ты как думал? Конечно, самый крутой. Так, я сейчас не дома. Дома, но не у себя дома. А у мамы дома. Короче. Так, нальем-ка мы сюда водички. Чай осталось маленькое. Еще это 1-1, если сейчас Аверс победил предыдущую игру. Или я что-то пропустил? Да нет, вроде я ничего не пропускал, ребят. По-моему, Аверс победун здесь был. Бежит Аверс, смотрите, пул первый. А, это Беллинг Баст вообще от Аверса. Ничего себе, ничего себе. Так, собаки на собак. Касс тоже строит. Слушайте, у Касса Беллинг Нест-то не заказан, в отличие от Аверса. У Аверса скорость раньше. Джиобейнов, если наморфить вовремя, можно будет задавить, я думаю. Главное, сейчас точку сбора, ё-мо. Аверс 7 вперед бежит, поставил бы точку сбора-то для приличия, ну, то есть, нормального. Кстати, будет тайминг, когда у Касса просто точно не будет бейлингов, а у Аверса будет. Главное, вот этих собак ни в коем случае не отдать до этого вообще. Так, работать надо не дома. Моя позиция такая, как бы. Я бы вообще бы в лес уехал бы куда-нибудь. На природу бы, например. Вот, но интернет пока не позволяет. К сожалению. Так, забегает Лингю Аверса. Касса Беллинг Неста еще нет.
Хорошо, беллинги взрываются, все мимо. Куда-то касса жрет. Бейна, что Аверс делает вообще? Ё-моё. Как у бога с контролем, жесть вообще. Ну не зерк, что тут говорить, что тут говорить. Касс сам там Бейна запилил. Слушайте, ну это походу игра за кассом будет. Тут как бы с одной базы не задавил, и все, здесь печаль полная. Еще беллинги от Аверса. Но пока лимиты одинаковые, боевой можно поконтролить немножечко будет сейчас. Королев Таверс схавал кассу, у него есть квина, поэтому у него прирост нормальный, как даже, может, побольше, чем в двух хат даже. Ну, Бейлинга кассу развел одного, красавчик. Если не читер, ну, вроде как не читер. Касс Бейлинга, прикольно это выглядит, конечно. Аверс домой вернулся, нахера Бейлинги без линга вперед его сделать, понятия не имею, только единственное. Так, собачками пришел Аверс. Слушайте, сейчас Аверс еще тут по скиллухе и расконтролит кассу, давайте, да? Собаки падают. Сейчас, если Бейна до рабов доходит, это все, это провал, это ГГНчик. Взрывай, братюня! Петруха, взрывай! Поджигай, Петруха! Петруха не поджигает ни хрена, короче. Петруха просто бейлингом ходит взад-вперед и ничего сделать не может. Сука, рабочий Аверс убил. Одного убил, или трех даже убил. Да, слушайте, все никак не кончится это ЗВЗ. Аверс опять к кассу побежал. Здесь Бейна есть, как бы. И, а, королевы так и нет. Королевы до сих пор не хватило. Дома Бейна не оставил. Это ошибка была от Аверса. Все, в итоге здесь все сливается. Похоже, что это победа за кассом вот в этой карте. И будет еще одна сейчас, соответственно, карта сыграна. Здесь лимит этот лаверса. Да нет, здесь все уже, здесь ничего не сделать. Уж здесь ничего не осталось дома, вот в чем проблема. Здесь касс плетанет рабочих чуток. Ну, 7 убил, но если бы было что-то, хоть у Аверса как бы. Так у него ничего нет. Покусал, конечно, кассу чуть-чуть. Эгэ! Непревзойденный мастер ЗВЗ Касс нагибает Аверса. Так, у Касса там отмазки начались. Зергом против Тоса не играл.
Уинтера 95 поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает, спасибо, кто, Уинтере, если не мы. Конечно же, кто, если не мы, а кто еще-то в натуре? Некому поддержать Серегу. Ты нажрался, Ботолныч? Бывает что. Лучше бы ты этого не делал, конечно. Спасибо, пацаны, всем за поддержос. Аверсказ ПВП отказались. Бобер Бич поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, кто если не кот, тот или не торт. Да вообще не торт, короче. Спасибо всем. Пойти, что ли, пиваса в натуре взять бутылку крафтового. Потом домой, когда пойду. Одну-то можно. Денег наприсылали. Конкретно. Богатым стал. Так, Аверсказ, погодите. Так, не понял я. Что-то я не то делаю. Ну ладно. Так, гейт пошел. Да не, я шучу. Какое нахер пиво? Возьму вина, бутылочку с женой попьем по стакану, да и все. Я думаю... Пиво я не пью. Практически. Кафе только могу выпить, а это редко бывает. Очень-очень редко. Так я его никогда не покупал и не покупаю. Так, ну что, ребят, ПВП опять. Аверсказ, выясняется, кто сильнее. Ага, что-то тут Аверс-то подзатеял, короче. Ну, блин, стенка полная, сразу понятно, что что-то тут подзатеял вообще-то. Ну, кстати, и кибернетка у Аверса раньше самая интересная. И что же это будет у нас? Так, два адепта. Опа, все ясно. Слушайте, ну это прямо по скиллухе, я вам скажу. Каст ставит прокси-пилон для какого-то прокси-пуша. А у Аверса неспроста вот эта штука делается для другой штуки. И я думаю, что если Каст будет действовать так, как он сейчас действует, то он отлетит, скорее всего, от этого билда. Но посмотрим, на самом деле. Ну и что здесь? Да, вот пошло. Сюда бы гейт еще Аверса поставить. Да не сюда, надо вот сюда ставить и пилон еще. Тогда можно будет варпануть не вот сюда, а если здесь пилон был, прямо вот сюда, под рампу и бежать туда, короче. Так, адепты, кстати, на мейн в кафу заходить пытаются, да? Да. Опасно, слушайте. Здесь три гейт пуш у касса. Ну, то, что делает Аверс, в хлам законтрить, на самом деле. То, что делает Касс, он еще и отвлекает, на самом деле, неплохо. Здесь два сталкера на ХГ стоят. Ну, как бы они не отобьют все, но... М-м-м.
Ну, могут отбить. Попытаться можно. То есть у кассы, понимаете, вот у... А, вот он только сейчас ставит. Вот это здание важное. Важное очень. Так, ну оно не успеет, кстати, подстроиться. Аверсу надо прийти, просто пилона здесь выбить, и все. Гиты открываются, варп аверс бустит. 10 секунд до Даркшайна. Здесь тоже батареечку ставят. Еще один пилон дублирует. У кассы уже 7 сталкеров. Ну, под батарейкой будет время несколько секунд на то, чтобы подбиться, попытаться. Сейчас куда аверс дарков варпанит? На одного домой и два туда, на самом деле. Что аверс делает, а? Ну, варпанит и на внешнюю сторону просто, и все. Так, пошли дарки здесь на мейн. Здесь роба на одном пилоне фактически висит. Касс зашел сюда. Батарейка просто лечит. Дарки режут. Режут просто жёстенько. Надо как можно быстрее сюда бежать. Быстрее. Куда ты бежишь? Аверс вообще не контролит. Дарков, смотрите, мимо идут. Ёпросто. Так, адепты плюс дарки пришли. Так, сталкеров касс подваркал. Так, адептами может зайти, имеет смысл. Да, адепт заходит, дарками в это время резать просто надо. Вот здесь вот все и все. Да. Контроль, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, слушайте, у Аверса как-то касс еще и рабочих умудрился позабирать, а Аверс у касса ничего не забрал. Дарки домой пошли вообще. Пред шайбу, пред всем. Блин, пошел у Аверса. Ну, тут касс вовремя, как случайно, робо поставил. Прям не предвещало ничего здесь роботикса, фигак и поставил в итоге. Так, нашел пилон гейт, аверс тут касса убьет сейчас. Рабочий восстанавливает. Здесь архончика надо слить и все. Архон и плюс блинк неплохой, микс будет. Еще один дарк, кстати, бегает. Так, ну гейт, конечно же, упадет, это очевидно абсолютно. Надо аверсу было блинк, ой, делать чарж архона зелков и блинк даркам. Прикиньте, блинк даркам чарж, вообще билдец. А, или чарж и просто, да, дарки зелки, кстати, помните, убивал на GSL, это просто необычный такой, один раз на GSL я увидел блинком дарков чел. Как его звали-то, я все забываю, помнил, а сейчас опять забыл. Так, дарки не слиты, вообще не знаю, зачем они сейчас нужны в таком виде. Да не, не хэст никакой, конечно же. Какой-то кореец, я забыл, как его звали. Необычный как-то у него никнейм такой еще был. Ну, в том году вот прошел, и как раз когда блин Даркам был, удивил таким билдом. Кстати, если раньше тот же статцы, какие-то протусы блин Даркам хотя бы на лейте делали, сейчас я смотрю, просто вообще никто почти блин Даркам не делает вообще. Так, дарки от касса. О, ответные дарки от касса прилетели. Аверс реагирует, потому что обсервер сейчас подстроил. Блокирую их призму. Здесь не смог Аверс ничего заблокировать. У Аверса дестабилизатор пошел первый, кстати. Газ вообще один всего у Аверса. Это печаль какая-то. Ну, тоже мог бы с призмой дарками попытаться касса пошатать. Но нет, что-то не пытается Аверс ничего этого делать. Да и дестабилизаторов реализовывать надо тоже вообще.
Так, второй дестабилизатор у Аверса. Слушайте, пулемет чуть в плюсе, но у Касса чардж, тут и много юнитов, и мы... Я вот не знаю, можно ли дестабилизаторами победить такой микс. То есть их надо реально много сейчас, чтобы побеждать. Штук хотя бы, чтобы 6 их 8 было. Тогда, может, что-то и получится разумное сделать. Плюс один там и там бустится. У Аверса, кстати, Нексус-то почти готов в кармахе. Здесь дарки, здесь фотонка. Нахера Аверс дарков держит? Ну, не просто, не понимает, что они сейчас уже... Их уже сейчас можно в Архона слить, и они стабильно лучше было, чем 2 дарка, 1 Архон. Так, третий дестабилизатор готов. Какие-то там зачем-то Аверс бустит этот Робу Б, не знаю зачем. Есть вовремя сталкеров граунд-низ привести. Так, дарк вперед. О, смотрите, Аверс. Касс идет на Аверс, а у Касс... Так, Архончик минус. Что-то тут как-то... Дарки режут. Слушайте, пришли сверху сталкеры. Дарки нету у Касса обсервера. Что он творит-то вообще? Прикиньте, Касс просто за пса дерется. Нахера Аверс сюда ведет? Пробок вывел своих, всех просрал просто. Своих же пробок вывел и всех просрал просто сейчас. Аверс вот дает. Неужели пробьет так нелепо кастом? Даже апса вначале не было, да. Где? А куда у Аверса дарк убежал? Он просто сейчас выиграть, вообще жесть какая-то. Творится. Каста камбэйчит у нас, оказывается, да? Просто варпанул бы сюда еще дарка. Видно же, что апса нет. И все. Дестабилизаторами стреляй. Нахера пробок вперед вел, вообще непонятно мне. Да. Так себе расклад, я бы сказал. Так, пока карта не началась, я переоденусь быстренько, чтобы стартануть потом. Погодите. Да я видел, что да, мистер Ведас. Он шаром рабочих убил. И дарков, возможно, убил. Он там шаром больше своих намного убил, чем кассу дэмэджа нанес. Текст, ну все, я здесь, ребят.
Так, ну что, ребята, Аверс против Касса — это решающая карта уже, ребятки. Стопудово, потому что 2-2 счет, причем Касс суммарно-то ведет 2-1, просто у Аверса из-за того, что он через Венера прошел, у него преимущество было на самом деле. Вот. Так, ну два гейта сталкера заказано. Варп заказан у Аверса. Через сталкеров начинает. То есть не знаю, что дальше будет делать. Второй пилон. Знаете, что может он сделать сейчас? Просто точку сбора сюда поставить. И здесь сталкер будет застрявший между пилонами. Ну ё-моё, нахера здесь пилон ставить? Вообще Аверс непонятно, что делает. Жаль, другого места вот здесь поставить с краю, чтобы контроль. Здесь за все расы одинаково все делается. Так, готово. Два сталкера. Слушайте, Касс тут интересный пилон наглую ставит. Прямо вот рядом-рядом с Аверсом. Прям рядом вообще с Аверсом. И Роба ставит. Прокси причем Роба. Что ж это такое? Это какой-то пушец у нас будет вообще-то, похоже. Приходит Аверс. О, привет вообще. Печально. Это прискорбно. О, Касс еще в Варкрафтик решил поиграть. Смотрите, юнит облочит там Аверсу. Прикольно получается. Так, что у меня его сюда закололо, в живот, в голову, блин, что за тех, короче. Так, ребят, скоро стрим кончится, вы пильну рекламку последний раз, помните про адлоки, ну и поддерживайте меня, мой канал, естественно, по возможности, всем, кто так делает, респектую я лютейшим образом, и все будет ништяк, короче, короче, ништяк все будет, пацаны. Так, что у нас тут? А у нас тут это... Три сталкера, две сентри и Мортл у Аверса. А у Касса атака готовится. Подобный же у него микс. Только сталкеров больше. Сентря всего одна. И если сейчас Аверс отбивать, у него все прекрасно будет. У него нет гейта. А у Касса сколько гейтов? Тоже два. А, у Касса 3, сейчас 4 будет. То есть если Касс не продавливает, это все. Это минус Касс. Еще сентрю Аверс варпит. Здесь надо все время с гейтов что-то варпать вообще Аверсу. Кстати, Апсом он сейчас увидит, как Касс заходит. Смотрите, опа, видит, как Касс заходит. Сейчас главное филды самому вперед поставить Касса. Ушел за здание, зачем? Два филда ставит, кривейших Аверс. Касс просто приходит и маху кусит, ребятки. Похоже, что Касс закамбэчил просто в финале и побеждает Аверса в данном турике. Слушайте, ну молодец. И Мортла не успел привести филды. У Аверса кривые. Надо так ставить, чтобы неудобно... Проходить оппоненту было при таких билдах, короче. Не понял, на оборонительной позиции умудрился отлететь. То есть Касс зашел просто и мафу пустил Аверсу. У него было в бою больше, ему просто увидели сами все. На призму контроль, Касс как заправский такой протус. Гуру протусов просто. Касс чемпион. Мира чемпион. Ты что, забыл, Ревчик? Кстати, кинь-ка мне ссылку на свой канал. Кто мне там это... Квейкер скидывал на прем. Надо переподписаться, а то у меня больше нет умного мужика. А я тупил, как бы, как переподписываться. Просто на канале твоем зайти в профиль, я так понимаю, и переподписаться. Я только это потом понял.
Такс. Ну тут минус аверс, ребят. Побеждаем касса. Ой, побеждаем касса. Поздравляем касса. Так, ну-ка, ну-ка. Опа, отлично. Активирован. Премиум активирован. Аверс не верит просто. Свое поражение. А Кас победил. Победум Кас просто. Аверс что-то приуныл. Уже думал, все, Петыч в кармане, похоже. А ускользнул Петыч. К Мишане в Тернополь там или куда там он ускользнул. Такие дела, как говорится. Так, ну что, ребят. Ребят, призовой 7000 был, у вас есть, наверное, шанс последние секунды его пополнить. Можете пополнить. Ну и мой канал поддержать последние секунды. Собственно, я вам сейчас скажу. Так, завтра у нас что будет, ребятки? О, так, кап у нас какой-то, кстати. Что за так, кап? Это плей-офф уже. Завтра помимо Гуфойска я ничего не вижу. Короче, ребят, значит, завтра будет фолыч и по обстоятельствам у нас, в общем-то, дальнейший стрим. В общем, а сейчас я пока прерываюсь. Все, всем спасибо. Домой полетел, ребят. Респект всем, короче, за внимание. Увидимся все. Пока всем. Бля, я в шоке, что за дебил сидит. Короче, все, всем пока.